Здравствуйте! Приглашаем вас принять участие в онлайн-курсе «Практическая работа с маркированными товарами в 1С Розница». В этом курсе мы поделимся с вами фишечными фишечками и секретными секретиками. Мы покажем последовательность ваших действий с маркированной обувью в программе 1С Розница на реальных примерах, от получения электронной цифровой подписи до оформления розничных продаж. Расскажем, какое оборудование необходимо приобрести, проведем его сравнительную характеристику, объясним, в каких случаях нужно покупать более дорогое оборудование, а в каких случаях есть смысл сэкономить. После курса вы будете знать, как получить электронную цифровую подпись и настроить электронный документооборот, как быстро зарегистрироваться в системе «Честный знак», как создавать карточки номенклатуры для маркированной обуви, как правильно подключать торговое оборудование и как этого делать не стоит. Как промаркировать остатки обувной продукции, как принимать и подтверждать накладную от поставщика по электронному документообороту, как оформить розничную продажу обуви в разных сценариях работы кассира. Этот курс предназначен для собственников, директоров, ведущих специалистов и товароведов. Просьба ознакомиться с планом нашего курса. В конце курса мы ответим на все ваши вопросы. Розничная торговля маркированной обувью не самое простое занятие, но проблемы вполне решаемы. Участвуйте в нашем онлайн-курсе. До встречи!